О том, как организовано голосование в Карачаево-Черкесии, узнавал наш корреспондент Артур Мыхце, который сейчас находится на одном из избирательных участков в Черкеске. Добрый день, Артур. Алла, добрый день. В Карачаево-Черкесии на выборы президента России смогут прийти порядка 300 тысяч человек. Сегодня в ровно 8 часов утра по республике открылись все 252 участка для голосования. А учитывая активность людей уже в первые часы, можно говорить о том с большой долей вероятности, что и итоговые показатели явки на выборах будут высокими. На многих участках для людей предусмотрены многочисленные конкурсы, выставки, праздничные мероприятия. На многих участках уже к 8 утра было многолюдно. Перед началом работы члены комиссии опечатали урны для голосования. Сначала мы показываем, что они совершенно пусты, опломбировали переносные урны сначала, а потом стационарные. В числе пришедших на первый избирательный участок в Черкесске Раиса Цыпковская. Бывшая работница завода РТИ, 96 лет. И она сочла крайне важным прийти на выборы. Мы советской закалки, мы к порядку приучены. Мы за доброе дело в России. Я вот пришла первая. В Карачаево-Черкесии для населения определены 249 постоянных избирательных участков, а также 3 временных, которые располагаются в Республиканской библиотеке, следственном изоляторе временного содержания и поселке Романтик. Все мероприятия в рамках выборов проходят без нареканий. Алла. Спасибо, Артур. Напомню, с нами на прямой связи был корреспондент Вестей Артур Мыхце. Сегодня с утра и на протяжении всего дня мы продолжаем освещать выборы в городах и районах Карачаево-Черкесии. Более подробно смотрите вечером в нашем информационном выпуске Вестей.